Вид из окна на площадь, дом правительства, аллея героев, вечный огонь, парк, часовенька, там церковь, на горизонте он там почти видать, мост через реку. Это город Коломна. Окское, московское пароходство. Вот этот купол с флагом. Здание пароходства, администрации. Еще снег лежит. Середина марта. Улица Пионерская. Город Коломна. На какой-то улице я что заметила вот над этим домом, над крышей. Год написан 1995. Похоже, что год постройки. Но дома здесь стоят такие как бы под старину. Имитации старины. Выдержаны в таком стиле. Уздечная слобода, второй этаж. Вывески тоже такие, как раньше писали. Шрифт такой. Идем дальше. Ну что, мы вот с вами уже дошли до площади двух революций. Здесь вот, если вам интересно, остановите видео, почитайте. Здесь исторический памятник, фундамент церкви. Вот здесь под стеклом, возможно, это мало кому особо интересно, может, это значимое место для жителей города. Ну, и давайте мы с вами все равно посмотрим. Здесь когда-то стояла церквушка, которую убрали еще в советские времена. Сами знаете, в то время боролись с религией. Ну вот, город сейчас не может восстановить, нету денег, хотя чертежи есть этой церкви. Если будут деньги со временем, когда-нибудь, возможно, эту церковь восстановят. Это тоже историческое здание. Здесь когда-то была гостиница. Потом это было какое-то советское учреждение. Вот. Здесь на площади стоит памятник Ленину. Маленький такой, но жив курилка. Здесь вот раньше были тоже торговые ряды в этих зданиях при церкви. Это колокольня церковная. Мы с вами туда поднимались. Кто не видел, посмотрите то видео. В общем-то, интересно посмотреть на Коломну сверху. Здесь мы с вами вышли уже на туристическую улицу. Здесь еще мало народу, само то, чтобы никто нам не мешал пройтись по улочке и посмотреть. Ложечникова улица. Можно я вас сниму на камеру? Это чей костюм? Какой армии? А? Это форма городового. Городового. Полицейский, короче. Полицейский 1917 года. Шашка настоящая? Все настоящие, револьверы, шашка. Стаканчик не настоящий. Не, ну, из того времени. Да. Не, ну городовой пещерки это не городовой, но уж стаканчик поменял. Да. Здорово. Ага, тысячу. Конец. Спасибо. Кафе Княжич. Здорово.
здесь вот что-то... Герберг... Герберг первого номера. Что-то старое русским языком написано. Герберг. Или, может, я неправильно прочитала. Кафе, магазин сувениров. Так, сувенир-то я не купила. Хотя бы эту... магнитик. А магазин-то еще закрытый. Вчера ходила в составе экскурсии, но там в магазин не зайдешь. А то отстанешь от экскурсии. Кремлевский дворик. Арт-галерея. Экскурсию. Экскурсии, сувениры, выставки. Здесь вчера ходили лошади, катали людей. Там на параллельной улице ретро-автомобиль возил людей. Такая вот стена почета своеобразная. Гражданин Коломны в истории России. Городская дума 19 века. Здесь была... Так. Вот тут много музеев, вот указатели, куда идти. Я думаю, что здесь, если одному приехать, ну вот не в составе экскурсии, то можно посетить все экскурсии, ой, все музеи, побывать везде, но на это нужно много времени. Ложечникова 12. Такие вот интересные домишки. Говорят, в домах живут обычные люди. Там впереди какой-то забор. Там парк, наверное, какой-нибудь. Я не знаю. Посмотрим. Выставка-продажа авторских игрушек. Из прошлого в будущее. Литературные вечера, синематограф, сытные обеды, свежие газеты. Есть чем развлечься. Магазин, сладкие сувениры, пастила. Надежда Коломна и России. Руководители, директора Коломенской школы гребли. Коломенские гребцы на Олимпийских играх. Коломенский краеведческий музей. Сладкие сувениры. Музей российской фотографии, музей калачная, музей истории со вкусом коломенская пастила. Так, мы дошли до перекрестка улиц. Мы здесь проходили в составе экскурсии в ту сторону. Там мы сейчас пойдем прямо, там я не была. Там где-то река должна быть, да я не знаю, далеко нет. Смогу ли я туда дойти? У меня мало времени, мне надо возвращаться уже домой. Надо освобождать комнату в гостинице, готовиться, ко мне скоро приедут забирать меня. Смотрите, какое... красивая, такой вот красивый домишко. Наверное, жители обязываются держать дома в соответствующем стиле, следить за ними. Раз уж они тут живут, то должны следить. Да, река далеко, конечно. Я туда не дойду.
Здесь набережная. Конькобежный центр Коломна. Ну нет, я туда не дойду. Если напрямую, тут снег. Если вот так вот в круговую по набережной, там много обходить. Нет, возвращаемся назад. Все, я пошла домой. Ну, вернее, в гостиницу. Ну, где живешь, там и дом. Все, ладно, на этом я обзор этой улицы заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.